Здравия желаю. Это он, что ли, вчера стрелял? Он. Ветфельдшер Козулин Александр Иванович. Живет в нашем селе всего полгода. На редкость незаметный человек. Лет 50. Ходит, однако, скоро и всегда смотрит вниз. Торопливо здоровается и тотчас опускает глаза. Разговаривает мало, тихо, неразборчиво. И все, как будто чего-то стыдится. Точно знает про людей какую-то тайну. И боится, что выдаст себя, если будет смотреть им в глаза. Ни страха за себя, ни стыда и деликатности. Даже бабам не понравился, хотя они уважают мужиков трезвых и тихих. Еще не понравилось им, что он одинок. Почему одинок? Никто не знает. Но только это нехорошо. В 50 лет ни семьи, никого. И этот-то человек выскочил за полночь из дома и трижды долбанул из ружья в небо, и прокричал что-то про сердце. Да-да, входите. Вызывали? Здравствуйте, товарищ Козулин. Проходите, проходите. Здравствуйте. Мне это передали в сельсовет проехать. И составить протокол. Какой протокол? Для чего? Что? Протокол зачем? Я не понял. Стреляли вчера, то есть ночью. Стрелял. Вот, надо протокол составить. А чего стреляли-то? Может, испугал кто? Да нет, победа большая в науке. Я отсалютовал. Какая победа? В науке. Но... Я отсалютовал, а что тут такого? Я от радости. Угу. Так это, оказывается, ночью-то салют был. Салют в Москве производят. А у нас здесь. Это нарушение общественного порядка. Мы с этим боремся. Так вот, товарищ Козулин. Козулин. А? Правильно, Козулин. А, как... Ну, извините, я без злого умысла. Садитесь, товарищ Козулин. Так что случилось-то? Почему стрельба была? Вчера в Кейптауне человеку пересадили сердце. От мертвого человека живому. Что-что? Живому человеку пересадили сердце мертвого. Трупа. Что, взяли, выкопали труп? Да зачем выкапывать, если он только что умер? Просто они оба были в больнице, но один из них умер. Ну, я вам сейчас все объясню. Thank you.
Ну, бывает. Бывает. Пересаживают отдельные органы. Почки и другие. Другие, да. А сердце впервые. Я не вижу прямой связи между этим патологическим случаем и тремя выстрелами в ночное время. А что тут такого? Что? Нарушение общественного порядка трудящихся. А во сколько это было? Да не помню я, часа в три. Это вы что же, до 3 часов ночи радио слушаете? Не спалось, слушал. Это какая же Москва у нас в 3 часа ночи говорит? Москва всю ночь говорит. Кто вам дал право в 3 часа ночи булгачить село выстрелами? Простите, не подумал в тот момент. Я Шизя. Кто? Шизя. На меня, знаете, находит. Ширва, кола, ширва, зубной порошок и прочее. Простите. Мы-то простим, товарищ Козулин. Но как трудящиеся-то? Им некоторым в 5 утра вставать. Вы же человек с образованием. Вы же должны понимать такие вещи. Кстати, а вы-то чего салютовать кинулись? Это ж победа не по вашей части. Вы ветеринар. Не кобыличай сердце пересадили. Не смейте так говорить! Горячиться не надо, не надо. Конечно, это большое достижение ученых. Дело не в том, кому пересадили. Все мы, в конце концов, животные мира. Важно... самодеятельность с салютом в ночное время. Есть грубое нарушение покоя. Мало ли каких еще будет достижений. Вы нам всех граждан психопатами сделаете. Раз и навсегда запомните это. Кстати, как у вас дровами? Спасибо, пока есть. У меня пока все есть. Мне здесь хорошо. Простите меня. Да ладно. Чего уж там. Ничего. Кто, как говорят, старое помянет, тому глаз вон. Да. А кто забудет, тому 2 долой. Протокол составлять не будем. Но запомним. Так вот, товарищ Козулин. К чему протокол? Интеллигентный товарищ. Интеллигентный-то интеллигентный. А дойдет до наших. Мы вас не задерживаем, товарищ Козулин. Идите, работайте. Заходите, если что понадобится. До свидания. Вам не туда, товарищ Козулин. Закройте дверь. Извините. Опять нашла. И извините. У нас таких на фронте называли контуженный пыльным мешком из-за угла. А ружье-то надо у него забрать, а то черт его знает. Ты что думаешь? Он правда с приветом? А что? Да ну, придуривается. Я ж по глазам вижу. Зачем? Для чего ему сейчас-то?
Но как же? Никакой ответственности. А вот спроси справку. Нету. Вот голову даю на отсечение, что никакой справки о том, что он шизе, нету. Вот давай мне справку. Сейчас поеду проверю. Охотничий билет есть? И взнос уплачен. Давай. Все ж не пойму, для чего ему на себя наговаривать? Да просто так, на всякий случай. Ну, понимаешь, мало ли, коснись чего, как. Я шизя. Нет, Аська Зелен, нет. Из мертвого человека сердце вытаскивает и живым вставляет.